полное описание и точная дата выхода 5 и 6 серии 20 сезона сериала «Тайны следствия». 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 9 декабря. 5 серия. В решающей борьбе за чемпионский титул по игре «Го» выступает чемпион прошлых лет Курский. Его соперник Михайленко как никогда близок к победе, но в последний момент Курский делает неожиданный ход и вновь оказывается первым. Ночью Михайленко исчезает. Обеспокоенная жена ищет его везде, в том числе и в номере победителя турнира. К своему ужасу, вместо мужа она обнаруживает там труп Курского. В отель приезжает следственная группа. В номере Курского они находят визитку некого Жемчужного, а в номере Михайленко орудие убийства – шнур. Шестая серия. Швецова встречается с таксистом, который отвозил Михайленко в ночь убийства из-за гостиницы. Тот признает, что возил клиента в Зеленогорск, но при этом самого Михайленко он не опознает. Курочкин отправляется на поиски Жемчужного, чья визитка была обнаружена в номере Курского, и попадает на цыганский праздник. Ему удается выяснить, что Курский занял у Жемчужного несколько миллионов и не вернул их. Платонов тем временем находит секретный офис Курского, в котором, по всей видимости, совсем недавно проходил спешный обыск. Напомним, 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 9 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.